Всем привет! Японский фигурист Ядзуру Ханё рассказал, как проводит свое время в Канадзаве. На самом деле я провожу время в отеле, поэтому, к сожалению, не могу где-то побывать. Хотя я заинтересован садом Кенрукуэ и замком Канадзавы, и я бы хотел там побывать. Я слышал, что здесь вкусные морепродукты. Хотел бы попробовать, если получится. Я рад, что приехал в Канадзаву. Этот город не часто проводит шоу по фигурному катанию, поэтому для некоторых людей это будет впервые. Я надеюсь, люди будут наслаждаться не только моим катанием, но также катанием других удивительных фигуристов, сказал Ханю. Фигурист не стал подробно комментировать, но, по словам очевидцев, отель был оккупирован. Да, Ядзуру Ханю очень такой парень, как сказать, дипломат. Молодец, то есть не забыл про коллег по цеху. Он ответил им как комплименты этой фразы. Надеюсь, люди будут наслаждаться не только моим катанием, но также катанием других удивительных фигуристов. Молодец, Ядзуру Ханю. Конечно, на улице толпы ждут и все хотят тебя, ну, кроме невинных романтических девушек, в которых еще не проснулась жажда, в отеле лучше сидеть на какое-то, наверное, время. А потом, когда уже, может быть, уже по завершению шоу, может быть, удастся. Хотя это, не знаю, как-то неизвестно. Но если вам понравилось это видео, ставьте лайки, буду очень рада. Пишите комментарии, я с удовольствием буду читать. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока!